А в Доме правительства говорили о мерах по обеспечению правопорядка в дни проведения командного чемпионата Европы. Совещание провел глава Чувашии Михаил Игнатьев. Работа по подготовке чемпионата вышла на финишную прямую. Сейчас прорабатываются вопросы безопасности. Организаторы вплотную работают с правоохранительными органами. Всего в Чебоксары приедут 12 команд. 9 команд прибывают в Чебоксары прямыми чартерными рейсами из Франкфурта. Одна команда Украины прибывает в аэропорт Казани регулярным рейсом. И команда Беларусь, это буквально вот сегодня, еще окончательное решение официального нету, организует чартерный рейс из Минска в Чебоксары. Все делегации будут передвигаться в сопровождении машин ГИБДД. На некоторых участках дороги будут перекрываться. Разработаны маршруты движения автобусов, а также места для стоянок. Совместно с сотрудниками МВД разработан паспорт безопасности стадиона «Олимпийский». Проработана схема расстановки на стадионе «Олимпийский» турникетов, рамок. Выработан алгоритм работы контролеров и волонтеров. В местах проживания спортсменов и гостей безопасность будет обеспечиваться сотрудниками частных охранных организаций. В отелях предусмотрено дежурство волонтеров для информационного сопровождения. Подводя итоги обсуждения, глава Чувашии заметил, что в вопросах подготовки и проведения 6-го командного чемпионата Европы по легкой атлетике мелочей нет. Каждый должен ответственно выполнять свою работу.